Слава Богу. Сегодня утренняя молитва, трансляция утренней молитвы. Запускаем на Ютубе. 29 марта. Или же 13 Ниссана. Да, друзья, слава Богу. Приветствую всех, братья и сестры. Сегодня 13 Ниссана. Канун Пасхи. Последний день перед Пасхой. Утро. Вечером вчера я не выходил на трансляцию, потому что там на семинаре, где проводил семинар, там у них не было интернета, к сожалению. Но вот сегодня утром выхожу вновь в трансляции на утренней молитве и на вот хлебопреломлении Евхаристии. Благодарю Бога Всемогущего за жизнь. Благодарю Бога Всесильного нашего Бога за действительно чудо жизни. Слава Богу. И вот, друзья, благословляю всех вас, возлюбленные. Помолимся Господу. Возблагодарим Его за все. Бога Всемогущего. Канун этого праздника, он всегда такой волнительный, приготовительный такой и волнительный. Конечно, приготовляем и жилища наши, приборки эти, все эти, вот, и предпасхальные эти волнения, знаете ли. И завтра вечером уже едим Пасху, завтра вечером пир, пасхальный пир, который проводим мы в своих семьях, в домах, или там с друзьями своими, или там в наших там школах, общинах, в церквях. И пусть Бог благословит нас всех сегодняшним днем, этим утром. Слава Богу. И милость Господня действительно обновляется к нам. И мы воспринимаем эту милость, это обновление воспринимаем сегодня, этим утром. Слава Богу за все. Спасибо, Господи, за все. Спасибо, Боже Всемогущий, за все. Благодарю Тебя, милостивый Отец, Бог наш святой, сущий на небесах, Ава, Отче, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Иегова, Бог Моисея и пророков, и царей, и священников, любящий, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодарю Тебя, Господи Боже наш. Благодарю Тебя за доброе утро это. Благодарю Тебя, Боже, за это чудо жизни. Боже, спасибо, Господь, спасибо. За то, что мы, как Твое творение, Боже, дети Твои, Боже, рожденные Тобою, созданы Тобою, Господь Боже, благодарим Тебя, Господь Божий, имеем это блаженное общение наше с Тобой и Твое с нами. Спасибо, Господи, за общение Духа Святого. Спасибо, Господи, за общение, евхаристическое общение, за общение в теле и крови Сына Твоего, Иисуса Христа. Боже Всемогущий, благодарю Тебя, Господь Божий, за то, что в чаше сей честная кровь Христа Твоего. Благодарю, Господь Боже, за чудо жизни. Благодарю Тебя, Господь Боже, за возлюбив этот мир, Ты дал Сына Своего за нас, Боже Всемогущий. И вот уже 2000 лет совершается это чудо. Ты с нами. Ты с нами во все дни до скончания века. Ты действительно с нами. И мы, Боже, чашу Твою воспринимаем, Боже, как действительно кровь Твою. И хлеб, как действительно тело Твое. Боже, спасибо. Боже, Ты тем самым показал, что Ты не только
где-то там далеко, но ты настолько близко к нам, ты настолько возле нас, настолько ты поселяешься в нас, в наших сердцах. Спасибо тебе, Господь. Ты Бог благой. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю, Господь, славлю тебя. Славлю имя Твое, Боже наш. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Боже, сегодня в этом причастии, в этой Евхаристии, Господи, Боже, вспоминаем Твой великий завет, Боже, и благодарим Тебя, Господь, Боже святой. Слава Тебе. Новый завет. Новый завет Бога и человека. Твой святой завет в теле и крови Сына Твоего Иисуса Христа. Боже, благослови, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови сегодня, вот в преддверии Пасхи Твоей, Боже. Благослови сегодня, Господь Боже, наши дома, наших родных, ближних, во имя Христа. Боже, как тогда в древности, Боже, 3330 лет тому назад, когда, Боже, на косяках домов наших была кровь этих агнцев, кровь, Боже, жертвенных этих животных. Боже, и это было знамением, это было знаком. Эта кровь, она свидетельствовала о многом, Боже. И эта кровь агнцев, которая была на косяках наших домов, на перекладинах, Боже, она действительно была защитой. Она была свидетельством, она была знаком для Тебя, для всего мира, Боже. И сегодня нашим знаком этим, Боже, кровь Твоя святая. Не кровь ягнят или козлят, нет, Твоя святая кровь. Господи, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Кровь Иисуса Христа, действительно, она является свидетельством этим, она является этим знаком великим, Боже. Благодарю Тебя, Господь, что на нас эта кровь Иисуса Христа на косяках нашего разума, нашего духа, души и тела, Боже, наших. Спасибо Тебе, Господь, Боже всемогущий, наших семей, Боже, наших родных и ближних, Боже всемогущий, кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего, нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, Иешуа Машиах. Благодарю Тебя, Господь, славлю Тебя, Боже, славлю великое имя Твое, Боже всемогущий, слава Тебе. Слава Тебе и хвала, слава, слава. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю, за Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Спасибо, Господи, Боже, за все. Спасибо, Боже. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Боже. Спасибо за кровь святую Твою. Спасибо за жизнь. Спасибо, что Ты так возлюбил этот мир, каждого из нас. Меня, всех нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, всякий доверяющий Тебе, всякий верующий в Тебя,
всякий, любящий Тебя и принявший Твою любовь, не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную. Слава Тебе, Господь. Боже всемогущий, благослови нас сегодня. Боже, благослови народ Свой миром. Боже, во имя Христа Иисуса. Боже, благодарю Тебя, Господь, за жизнь Твою. Благодарю Тебя, Господь, за радость Твою, Боже. За, Боже, даже если мир наш уныл, даже если вокруг тьма, Ты зажигаешь Свой свет и в жилищах народа Твоего, Боже. Как тогда в Египте, 3330 лет тому назад. Как тогда в Египте, 3330 лет назад. Уже много воды утекло, много времени прошло, Господь, Боже. Но мы до сих пор благодарим Тебя, Господь, Боже, вспоминая то, что Ты тогда там совершил в Египте. И хотя тьма опустилась на Египет, но в жилищах народа Твоего был свет. Этот свет тьма не могла погасить. Этот свет сверхъестественный, как и тьма была сверхъестественна. Тьма была неестественна, она была из преисподней, но был свет, который был от Тебя, и он горел в жилищах народа Твоего. Спасибо Тебе, Господь. И сегодня Твой свет, он горит в нас, верующих. Сегодня Твой свет, он горит в наших сердцах. Твой огонь, Боже, он горит в наших сердцах. Как те ученики говорили, а не горело ли в нас сердце? Этим огнем горели сердца первых учеников. А не горело ли в нас сердце? Они говорили, когда Он говорил нам из Писаний. Боже всемогущий, сегодня говори нам из Писаний, сегодня учи нас. Боже, сегодня вразумляй нас, Боже, и мы благодарим Тебя за все. Слава Тебе, Боже всемогущий. Боже, и в этом причастии, в этой Евхаристии, в этой нашей литургии, Боже, прославься сегодня, Отец мой. Благодарю Тебя, Господь. Сегодня берем хлеб и плод виноградной лозы. Если нет сока, то возьмите, налейте себе просто воды. Беру обычный хлеб я. Просто сок. Для совершения этой литургии сегодня. Литургии Духа Святаго. Тела и крови. Таинство тела и крови Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, Боже наш. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за тело и кровь Твои. Благодарю Тебя, Господь, за победу Твою на Голгофском кресте одержанную. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты действительно возлюбив нас, возлюбив каждого из нас. Боже, весь этот мир, не желая смерти грешника, но желая, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Свершилось чудо, и ныне Ты един Бог, един посредник между Тобою и всем человечеством, между Тобою и всем этим миром, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже, за святыню Твою, наисвятейшую святыню, самое святое святых сегодня в этом мире, тело и кровь Твои. Благодарю Тебя, Господь, что Ты не оставил, не покинул нас, но Ты с нами, Ты в нас. Спасибо Тебе, Господь. Благослови, Господь, Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь, везде-везде присутствуешь, и все собой наполняешь все. Сокровищница благ и жизни Подателю, Ты пришел и вселился в нас, Дух Святый, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас, Боже, благой, души наши, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, хвала Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за все, Святый Божий, Святый крепкий и Святый бессмертный, слава Тебе за все, за все. Боже, и благослови, и сотвори, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. То, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий, за таинство сие, Боже, совершенное Тобой, Боже. Благодарю Тебя за божественную Евхаристию, за тело и кровь Твои. Боже, слава Тебе. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя.
Спасибо, Господи, Ты во мне, а я в Тебе. Спасибо, Боже всемогущий. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, 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 Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо. Господь, спасибо. Иисус, спасибо. Да, спасибо. О, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Да, спасибо. О, спасибо. Благодарю, Господь, Тебя с золотой. Слава Тебе, святой. Слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Жив Бог, братья. Жив Бог, сестры. Жив Бог наш. Жив наш Господь. Жив наш Господь. Жив наш Господь, и Он живой, Он живой, Он живой в нас, верующих. Это упование славы, это великое таинство, великое чудо. Христос в нас, упование славы. Жив Господь, Бог наш. Жив Господь, Бог наш. Жив Господь, Бог наш. Воскресение Христово видевше, хо, видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Господу Иешуа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Боже всемогущий, Ты распятие претерпел, Боже, и Ты смертью смерть разрушил, действительно победил. Боже святой, спасибо Тебе. Воскрес Иисус из гроба, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой Своей милости. Он подарил нам жизнь вечную по великой Своей милости, подарил нам исцеление, подарил нам жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Подарил, просто подарил. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Это счастье жить с Тобой, это счастье знать Тебя, это счастье познавать Тебя. Боже, это счастье, когда Ты познаешь нас, Боже, познаешь меня. Когда Ты, Боже, во мне, я в Тебе, Господь, это счастье великое, Боже, спасибо, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Из Божьего Слова прочтем. Из
песни восхождения, вот этих. 131-й псалом. Я вчера читал 130-й утром. Вот, и там говорится, что вот, если вернуться, что написано: «Душа моя была как во мне, как дитя, отнятое от груди». А дальше написано: «Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Он наша мама и папа, он наш родитель, и наша душа у груди его». И тоже вспоминал песню, все, и тоже и сегодня вспоминаю эту песню. «У груди твоей успокоюсь я, успокоится сердце мое». Так что твоей душе тоже пою. Душа, успокойся. Он твоя мама, он твой папа. И в его груди ты, душа, успокойся. А то душа без Бога, она как дитя, отнята от груди матери. Но возвращаясь к матери, возвращаясь к груди матери, ты можешь быть совершенно в покое, в полном покое. Дитя, чувствуя мир, покой у груди матери, это лишь отблеск, как бы образ, как икона, да, образ вот той славы, того блаженства, пребывания души с Богом. «У его груди, у твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое и твое». И вот после того написано уже в 131-м псалме, тоже песня восхождения подписана: «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благоставляя, благоставлю, нищих его, насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, и на нем будет сиять венец его». Аминь. Аллилуйя. Святые, возрадуемся. И дальше говорится в 132-м уже следующем псалме, тоже песня восхождения Давида: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. О, как в этом псалме говорится: как хорошо и приятно быть единодушно вместе. Как хорошо и приятно братьям собраться вместе. Как хорошо и приятно и сестрам собраться вместе. Как хорошо всем нам собраться вместе. Как хорошо с Богом собраться вместе.
Как хорошо и приятно братьям собраться вместе, как хорошо и приятно и сестрам собраться вместе, как хорошо всем нам собраться вместе, как хорошо с Богом собраться вместе, как хорошо, очень хорошо, как хорошо, с Богом хорошо, как хорошо, как хорошо, а-ля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 , как хорошо, очень хорошо. С Тобою, Боже наш, хорошо, очень хорошо. С Тобой собраться хорошо, очень хорошо. Спасибо, Господь, спасибо, Боже всемогущий. Спасибо, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, Боже. Благодарю Тебя за это таинство Евхаристии сегодня, совершенное причастие. Действительно, наш разум, наши сердца этим утром, они воспринимают это обновление, Боже. Воспринимают это обновление Твое, Господь. Твоя милость обновляется постоянно, Боже, ежечасно, ежедневно. Боже всемогущий, слава Тебе, Господь. Боже, и сегодня, Боже, наше обновление, это Ты, Господь. Спасибо Тебе, Боже наш. Аллилуйя, аллилуйя. И в этом обновлении, знаете, вот как вот тоже вот вчера вечером уже после семинара приехал, значит, и там сообщение было у меня окошечко на компьютере, что загрузились обновления для, ну, Windows, там, обновления какие-то там, что вот, и просьба перезагрузить. Ну, я нашел перезагрузить, и вот обновилось там все это, вот. И знаете ли, если для техники, и то надо там время от времени обновление какое-то, вот, а тем более для нас, для разума, для сердца, для души, вообще для всего, постоянное обновление требуется. И это обновление нашего духа, души и тела в его присутствии. И те люди несчастные, что даже называясь верующими, но не имеют этого обновления в нем постоянного, ну, или от случая к случаю только лишь, но лучше постоянно быть в этом обновлении, постоянно. Не выходить из его, вот эта зона обновления постоянной. И самое лучшее средство в этом обновлении, я это воспринял, это размышление о теле и крови Христа. Размышляя о теле и крови Христа, полное обновление происходит вообще и духа, и души, и тела во всех сферах жизни, слава Богу. Пусть Бог нас благословит сегодня, сегодняшним этим днем, во имя Иисуса Христа. Слава Богу всемогущему. Благословляю вас, дорогие друзья, братья, сестры, благословляю именем Господним, благословляю священническим благословением вас, всех братьев, сестер своих. Будьте благословенны, счастливы во имя Христа Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Пусть Бог благословит вас до встречи и на земле, и на небесах, в эфире вечном. Слава Иисусу, благословляю всех вас. Как хорошо и приятно с Богом собраться вместе, как хорошо и приятно всем нам собраться.